И последний сегодня день чествования нобелевских лауреатов. Эти кадры мы в режиме реального времени получаем из Осло. По традиции, норвежская столица начинает торжества, церемонии вручения премии мира. В этом году она присуждена представителям 4 организаций, входящих в тунисский квартет национального диалога. После кровавых событий, так называемой Жасминовой революции, они помогли сформировать переходное правительство, которое вывело страну из политического кризиса. Поздравляют лауреатов лично король Норвегии, Харальд V и ведущие политики страны. Также особенностью этой церемонии будет то, что каждый из 4 организаций получит собственную копию позолоченной медали. Остальные награды, согласно последней воле Альфреда Нобеля, будут вручены на родине великого химика в Швеции. Вечером в Стокгольме состоится торжественный обед в честь лауреатов и почетных гостей.